вам покажу, какой здесь яблочный сад возле школы. Так интересно, когда в центре города, вокруг школы, красивые посаженные яблочные сады. Это настолько необычно, потому что сейчас возле школы, в основном вокруг школ нету ничего. А здесь, в Калининграде, возле каждой школы замечательные большие сады. Сейчас я здесь обойду, очень скользко. С утра шел снег, сейчас его чистят. Но так как вчера был дождь. Анечка, иди сюда. Вот я хочу показать. Смотрите, какой сад. Осенью он был усыпан яблоками. Мы столько видели здесь яблок. Высота вообще изумительная. Громадный яблочный сад. Видите, даже прелесть. Буду выключать сейчас, еще потом сниму. Аня, стой! Красота, просто красота. Морозец такой небольшой, ну как небольшой, у меня на телефоне стоит минус 7, но так как ветрено здесь, посмотрите, красота, просто красота. Мы приходили сюда летом, здесь было все зелено, очень хорошие разные сорта яблок. Яблок было здесь. Ань, ты мне дай, пожалуйста, спокойно вот здесь немножко заснять город. То я иду скользко, и Аня идет впереди. Мы очень хотим поехать в ботанический сад калининградский, но не знаем, как нам это сделать, как выбраться, как там зимой они. Машин очень много, движение. Небольшой городок Калининград, но большое движение, людей очень много. Здесь очень много военнослужащих и моряков, поэтому очень много приезжих из ближнего зарубежья. Очень много белочек живет, очень-очень много. Вот они перепрыгивают по веточкам прямо сюда. Мы когда идем со школы, всегда видим веточки. Вот здесь вот они прыгают прямо над дорогой. Вот там находится небольшой лес, не могу снимать, если холодно. Вот небольшой лесок. Домой мы вот в большом доме живем, в высотке. Мы пока домой дойдем, мы видим очень много, встречаем и по 3, и по 4 белочки было. Вот они прыгают и перепрыгивают к школе. Очень так, знаете, завораживают, когда ты идешь и по дороге.